А что? Хай, всем здорово и приветствую вас в своем новом плейлисте видео. И сегодня мы будем собирать в нашей первой части, юбилейной прям, будем собирать чокнутого робота. Просто долбанную хрень. Паяльник мне в нос. И для того, чтобы сделать это чудовище, нам понадобятся следующие детали. Долбанный моторчик. И, в общем, если что, я его взял просто из зубной щетки с моторчиком. Как неожиданно. Вы же, в свою очередь, можете использовать вот такой вот моторчик, который можно вытянуть почти с любой электроники, которая есть у вас в квартире. Так, и все-таки, это, если это у нас робот, нам понадобятся ноги. Он будет ходить, он будет двигаться, и это будет выглядеть устрашающе просто-напросто. Так что, так, ноги у нас есть. Нет, это не какие-то тут саморезы, это именно ноги. Погнали дальше. И для полного завершения. Ну, еще нам понадобится блок питания для того, чтобы это все дело запитать. Можно, конечно, сделать дистанционным его как-то, но это все сложности. Берем блок питания и бросаем его в кучу. Для того, чтобы все запаять, понадобится жесткий паяльник. Так, нужно его протереть. Понадобится? Понадобится. Понадобится еще клей-пистолет, но у меня его рядом нет. Погнали. Мама, я паяю. Так, и первым делом, что нужно сделать, это проверить, нагрелся ли ваш паяльник. Как это делаем? Вот у вас есть палец. Чувствуете ожог на пальце? Паяльник нагрелся. Продолжаем дальше. Итак, первым, что нужно сделать, это подготовить наш мегаблок питания. И для этого нам нужно спаять вот эти вот проводочки. У нас же не постоянно наш робот будет работать. Нам нужно сделать какой-то контакт. То есть какой контакт? Я не знаю. Я вот тут в вашей радиотехнике вообще не шарю. А вот такой вот есть крокодильчик. И вот к одному из этих проводочков мы сейчас припаяем этот крокодильчик. Погнали. Так, ну и первое, что нужно сделать, я не знаю, как там оно называется, этот процесс. Короче, берем нашу канифоль, берем наш провод и фигачим канифоль. Так, чтобы хорошо, хорошо так. Так, это наш припой куда-то делся. Так, берем припойчика чуть-чуть. Главное не забывать о технике пожарной безопасности. Нужно подстелить картонку, которая, конечно же, не загорится, но. Так, в общем, вот, запаиваем наш провод. Ох, как это все ужасно выглядит, конечно. Ну что, мы же профессионалы, просто-напросто. Нужно технически подмухать. И чудеса фокусировки. Так, в принципе, неплохо запаяли. Так, что дальше? Нужно подготовить моторчик. У нас тут уже есть разметка плюс и минус. И вроде бы как наугад, это у нас минус, это вот этот провод, куда я припаял крокодильчика. То есть плюс, который идет с вот этим вот белой такой вот жилочкой, можно так сказать, мы припаяем сейчас вот сюда. Да, на первый взгляд выглядит ненадежно, но это же долбанный робот. Тут все должно быть ненадежным. Чух, берем клеевый пистолет. Теперь нужно проверить, прогрелся ли наш пистолет. Для этого используем следующий палец, который у вас еще без ожога. Пальцы не вечны все-таки. Так, есть контакт, значит пистолет разогрелся. И теперь мы можем крепить наши ножки. Так, ну в общем, вот что у нас получается. Ноги есть? Есть. Движущиеся части есть? Есть. Так, чего-то не хватает. Ах да, нужно еще какой-то облик добавить. То есть,
Сейчас я вам покажу. Так, теперь нам нужно замутить вот такой вот мега-эксцентрик. Ничего интереснее не придумал, в принципе, как все остальное в этом видео. Как-то его нужно сейчас присобачить сюда, к вот этой части, которая вращается. Ну, думаю, сейчас все получится. Так, ну, в общем, вот что пока что получается. Вот наш мега-эксцентрик, можно так сказать, хвост, который вращается у нас тут. Сам кролик, понятное дело, что это кролик, это прям копия реального животного, то есть, ну, ничем не отличишь, если его где-то в зоопарке детям пустить. Так, нужно проверить, есть ли контакт. Оп, есть, работает. Отлично. Ну и настало время теста. Ну и когда уже начинает казаться, что зайти уже дальше некуда, мы продолжаем. Я так подумал, что все-таки это пушистое домашнее животное, заменитель настоящего животного, и мы должны ощущать всю вот эту бархатность, всю вот эту мягкость этого объекта, можно так сказать. В общем, у нас есть вата, и мы ее сейчас как-то сюда вот... Прифигачим, можно сказать, чтобы он был мягенький. Да? Да, кролик? Да! Не, мне кажется, что это сейчас вообще полный капец будет. А? Ну, уже что-то, но... Так, у нас тут есть кое-какая краска. Такая аппетитная шоколадка. Скажем так, эксперимент не удался.